Доброе утро. В эфире рубрика «Читай город». Сегодня в моем обзоре книжные новинки. Итак, в выпуске я вам расскажу о долгожданном возвращении героев книги «По скриптум я люблю тебя», а также о новом захватывающем романе автора супербестселлера «До встречи с тобой». Итак, переходим к первой книге. Сесилия Ахерн. Постскрипт. Прошло 7 лет с тех пор, как умер Джерри, муж Холли. Она преодолела боль, заново научилась дышать, любить и верить. Но ее покой нарушают участники клуба, вдохновленного ее собственной историей. Им срочно нужна ее помощь. Холли погружается в прошлое, в мир отчаяния и болезни, что заставляет ее еще раз пережить то горе, от которого она с таким трудом оправилась. В следующей книге вы узнаете о начинающем писателе, который пытается ухватить удачу за хвост. Но у него пока это плохо получается, ведь его рукопись не признают издатели, и поэтому он получает отказ за отказом. И в поиске вдохновения он отправляется на остров, где планирует найти своего кумира. Загвоздка лишь в том, что мужчина много лет назад без объяснения причин оставил писательское ремесло и стал практически отшельником. Он живет один, не дает интервью и ни с кем не общается. Однако Рафаэль, начинающий писатель, полон решимости разгадать его тайну. В этом заинтересован не он один. Впервые на русском языке захватывающий роман, основанный на реальных событиях. Это рассказ о 5 женщинах-библиотекарях, которые доставляют книги в разные уголки горных районов Кентукки. США, 1937 год. Элис выходит замуж за красивого американца в надежде избежать душной атмосферы родительского дома в Англии. Но довольно скоро она понимает, что сменила одну тюрьму на другую. Именно поэтому она с радостью соглашается на работу в весьма необычной библиотеке по программе Элеоноры Рузвельт. Что было дальше, вы узнаете из книги Джорджа Мойес «Дарующие звезды». Будьте в курсе самых свежих книжных новинок с рубрикой «Читай город». Я вам желаю приятного чтения. До скорых встреч!